Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите обзор карты Level гонки. Вот Виторган 177 и новым паком машин. Вот драйвер 51 Рус и меня, Павла Каблукова. Поехали! Поехали, начинаем. Нажимай. Привет. Все, да. Здравствуйте всем. Идет загрузка у нас. Сейчас будем гонять на новых машинах. На новых машинах и на более новой карте пока что еще, которая да, ни у кого кстати. Нет. Да, говори, я не буду тебя перебивать. Да ничего страшного, если перебивать. Как бы так, карту сегодня нам буквально чуть ли не ночью Виторган Виктор Павильский скинул карточку с переобработочкой небольшой, но это еще будет как бы у нас, я так понимаю, меняться и изменяться все это дело в процессе. Для пака этого автомобилей. Вот. Это уже будет у нас буквально в ближайшее время, я думаю, до конца недели этот пак с картой гонки от Виторгана 177 и пак от драйвера 51 и Павла Каблукова должен, по идее, выйти. У нас по программе в данный момент готовы три автомобиля переконверченных, переделанных с Пашей. То есть стандартные идут у нас тут КамАЗ Мастер Техничка, КамАЗ Мастер и Мандакар. Татра у нас шла, ну уже кто-то уже автора моды точно не помню, она шла у Виторгана, у Вити вместе с картой, по-моему, на его, в его группе выходила. То есть как бы Татру мы вообще не трогали, но как бы я думаю, к этому паку она будет не лишняя. Так, ну я появился, все, загрузился. Вижу все наши прекрасные новые машины. Ты сейчас где? Я сейчас, как обычно, пока еще вроде даже не могу понять, где. Так, я в КамАЗе. Почему-то я в КамАЗе. Ты в КамАЗе. А, да, ты в КамАЗе, точно. Так, ну начнем, наверное, я думаю, да, Паша, с чего? С манов давай. Давай с манов, да, покажем сейчас маны. Что мы тут наделали, накрутили с ними. Кстати, тут дополнительно два аддончика на нем. Стоит один кунг. В принципе, вообще обалденный. Это, я не знаю, автор, по-моему, Чугрин. Фамилия, да, не помню, как зовут хлопца, да? Так. Полирочек вот такой вообще красивенький, да? И, естественно, сейчас мы полирочек снимем, как бы это все поприкольнее будет, наверное, с кунгами. Так, ну все, на фарках. Все красиво, все заводимся, звук оставили стандартно. Но он как бы и был там прописан, то есть в том аддоне, да. Который, с которого взято это все. А, ну так брызговик, Паша, что-то так и висит там брызговик. С брызговиком, да, у нас проблема тут, конечно, пока что. Мы ее не решили. Есть но... некоторые косячки, конечно, в данном паке. Мы, конечно, не специалисты, не разработчики, а Тови, да? Да. И не создатели этих модов. Мы конверт небольшой, в принципе, там делали очень большую работу с настройками всего. Ну, как бы, что получилось, то получилось. На данный момент пока все это выглядит так, но я думаю, в принципе, с моей точки зрения, с точки зрения с моей Паши, тоже. И многих других, получилось товарищ... довольно неплохо, я бы сказал. Да, получилось в принципе неплохо. В принципе, наверное, так еще такого я по большому счету. Ну были, да, с легковыми автомобилями, но это не шло паком, да. Вместе с картой конкретной. То есть, я думаю, что в принципе как положено, с видом из кабины. С парнем за рулем. С парнем за рулем. Правда, иногда парень тут бьется у нас лицом об руль, но в принципе это не критично. То есть некоторые проблемы там с текстурой, мы не можем их победить. То есть, вот, например, на маме у нас, да, если здесь видно крылышки в конце кунга, то здесь, вот когда ты сидишь конкретно в машине, остаются только сами стекла подпарников, стоп сигналов. То есть вот они. Ну, как бы это не критично, то есть я считаю, что в принципе все обалденно. Ну, я думаю, пора начинать.
Да. Прогон по этой карточке. Уже как бы на старте стоим. Готовы. Да. Паша у нас с Кемерово. Драйвер у нас, конечно, из Мурманска. Как вы можете видеть на крыше наших манов. Да, прописка, в принципе, на машинках, короче, которые мы конвертировали, мы ставим небольшие свои метки. Метки. Черные или белые, по крайней мере, да? Да. Метки. Сегодня у нас пока еще Виктор у нас, Виторган у нас сегодня пока что в этой гоночке, в этом обзорчике не участвует, потому что человек на работе. То есть днем и ночью тоже бедный делает, конвертит видео, делает стримы. Я вообще не понимаю, как человек там на работе выдерживает, спит по 3 часа в сутки. Но это все, ребята, это все труд. Все труд. Мир, ладно, мир давай. Перетру, да? Давай начнем уже гонку. Начнем просто гонку. Ну, вот как... под отсчет, да, наверное, поехали. Давай, да, на третий сигнал. Как всегда, мы стартуем. Стоим вроде ровно, как бы, да? Стоим вроде ровно, да. Ко мне нет, а то вдруг мало ли. Нет, а то вдруг ты впереди маленький. Вдруг я поближе на сантиметр. Ручник снял. Блин, кстати, а ну да, 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 все, все. Были проблемы у нас такие. Были с этим проблемы. Так, все, начинаем. Поехали, что ли? Паша, только не тарань, пожалуйста. Я постараюсь. Так, мы идем вровень. Ой, я боюсь, просто его раскачивать начал. Узко здесь, да, очень здесь узко. Узковато. Надо ведь сказать в этом плане. Сегодня, я думаю, наверное, будет у нас с Виктором. Да, мы постараемся как-то по скайпу, возможно, даже в процессе. В процессе игры уже, то есть на карте конкретно мы будем разбираться по самой карте. Может быть, что-то некоторые изменения. Доработки надо все-таки еще сделать, потому что если здесь будут играть, то есть, допустим, 4 человека, это будет довольно. Ой, что-то меня подтянуло маленечко. Сейчас тебе немножечко обхитрю. Ох ты, нифига ты к ней поехал. Я нырнул за глупо машину. А, я на старой этой карте, тут было прочее, тут деревьев не было. Да, зря ты туда полез. Нет, не заглох. Если б я не заглох, я бы тебя тут, наверное, обогнал слегка. Ну что, пойдем через трамплин, да? Вот трамплин тут на карте изменен, опять же. Трамплин вот этот вообще классный, конечно, да, сделан. Виктор, ух ты, немножко тут изменил. Было на старом трамплине вообще было невозможно просто попасть на него. Но он просто узкий был, его как-то, да, его сложно было поймать. Да. Данный сейчас... сигнал, кстати, вот по видео сейчас у меня стоит, ребята, это смотрите в группе Альянс. Обращайтесь, наверное, к Алексею Баранову, по-моему, или к Сергею Пасечнику. Это звук оттуда такой, он реально играет по сетке этот звук. Ой-ой-ой, гудочек можно, короче, подыскать, пообщаться с данными товарищами, которые представляли свои паки, не паки, моды автомобилей новые, да, и там вот. Сейчас вот здесь аккуратнее, да? Да, он у нас просто был во время тест-драйва тут небольшого падал с моста. Ну и здесь вот, наверное, тоже надо мост сделать один, но просто расширить его. Один, да. Да, чтобы двойные, чтобы лишний урон тут не хватать. Да, чтобы не промахиваться. Но там может быть возможно, знаешь, что получится, то что будут деревяшки слишком крупные и будет, то есть. Сегодня можно сложно даже проехать там. Ну, через демонстрацию можно сегодня в скайпе попробовать посмотреть, как это будет. Я заправляюсь. Ты, у тебя бензин-то хватит. Ох, я пролетел. Вот он, подвох-то. А вот все, он. Я поехал. Так, короче, так да хватит. Обсохнешь. Там еще одна будет. Заправка?
Да. По-моему, нет там будет заправки. Ладно, я не могу сдать позицию. Ну можешь, я буду сзади тихо потихонечку просто тебе ехать, и когда ты будешь заправляться, я тебя просто сделаю. Вообще отлично. Блин, а я как того, я так я проскочил. С того раза я помню. Мы просто уже тестировали, как бы делали видео, но у нас немножечко тут не получилось. Так что, ребята, уж не обессудьте, что мы сделали, то сделали, как бы. Я думаю, многие как бы вообще и такого не могут делать. Поэтому спасибо нам, мы друг другу говорим там, да. Ну, по крайней мере, ну мы старались. Мы практически две недели. Да. Спавшие там большими улыбками, времени вообще не хватало очень много. Причем у нас с Павлом все пипец, нет еще такого. Все, я ушел. Нет, я не ушел. Я успел на ручнике оттормозиться, слава богу. Пипец. Ты заправляешься там, да? Да, у меня есть отрыв, я чувствую. Опять. Паша, ты где? Да, не досыпали, скажем, эти две недели, вот, которые мы все это делали, конвейер, потому что выходило так, что некоторые вообще автомобили конвейеру не поддавали. Вот, я не знаю, как они специалисты в большом деле, мы сами модули не создаем. Вот, это вот мы делали конверты, делали настройки автомобилей, подвески, все остальное. Да, есть многие косяки там, по машинам, но я думаю, что в принципе изначально начинают уже играть. Даже меня не интересовало раньше такое дело. Есть там водитель, нет там водителя, что же там так или не так. Едет машина, едет, слава богу. А как бы с учетом того, что вот забавным, в принципе, таким фактом вынесут автомобили, я думаю, что и, конечно, спасибо Виктору и Каргану, что он за обалденную карту. Карта вообще прикольная. Даже можно как бы даже сказать, что с нее все и началось. Да, может быть, да, мысли появились, скажем, да, и потом пошло-поехало, и одно за другим планировалось там малое количество автомобилей, в итоге все это переросло, вот сейчас на данный момент у нас тут 4 машины. Да, Виктор выложил Татру вместе с картой, не знаю, автор опять же, Татры. Ну, сам факт, что уже у нас просто родилось, и все, и пошло-поехало. Павел мне наперед конверты, там еще слегка. И пошло-поехало, стали себе. О, Паша, я тебя вижу. Я тебя тоже, я, блин, я остановился, звук убавить маленько, эту громко. И ты тут как тут сразу, как будто прям вот за углом стоял. Да, и понеслось у нас вот, то есть. Пошло одно другое, то есть один автомобиль, второй. И в итоге сейчас на данный момент у нас получается 3 конверченных наших автомобиля, Татра с картой. И еще 2 автомобиля, в принципе, в процессе. Будем надеяться, что все. Да, будем надеяться, доделаем. Что у нас еще с ними как бы более-менее очень нормально получится. Вот. И на выбор будет. Я же говорил, есть еще заправка. Да, я заправился. Но ты скорость потерял, я-то на ходу. Вот чуть-чуть бы. Мне кажется, не хватает немножко скорости. Но по большому счету ты скорость, если добавишь, то тут вообще потом будет. Но игра как бы не рассчитана вообще на такие скоростя. Вот так сказать, на большие скоростя. Да, потому что даже поэтому урон элементарно идет, да. Как бы на ходу, это от колес, это проблема между самими, наверное, дисками и мостом. Как бы машина сама себе наносит урон. Но в принципе тут мы поднакрутили немножко урон на машину, да. И, ну, у нас, в принципе, при первых обкатках нам 5000 вот этих очков урона нам не хватало просто реально даже для одного круга. Да. Проеду. Все, Паша, машина. Я рядом. Ай, как ты близко. Теперь вот мне еще тебя обогнать, как тогда в березу тебя не вогнать, но в лес. Закупиться нам обоим. А так, в принципе, нам весело. Мы сегодня первый раз, как бы сегодня начали тесты.
уже как бы через Steam, через Multiplayer мы нормально включились, создали комнату, мы начали играть. И первые, конечно, у нас все видео, то есть это не первое видео, которое мы сегодня делаем, реально. Первые у нас видео были намного жестче, с матами даже, скажем так. Ну там была, так сказать, обкатка это всего дела. Эйфория, скажем. Эйфория первых тестов. Были мы тут подполнены. Живые эмоции. Да. Просто вылетало все на раз-два у нас. Блин, я, наверное, точно, я тебя не сделаю. Не, походу не сделаешь. Твоя, но если я не улечу. Одна ошибочка твоя, и все, я тебя просто порву. Я вот здесь дрифтанул еще даже. А, вот она, да ну, нет. Все. Да блин, а как так-то? Стой. И вот, ребята, вот в чем процесс этой игры. Блин. Вот в чем процесс всей игры, понимаете? Можно весь круг дышать человеку в спину. И в один прекрасный момент. Одна ошибка всего лишь все решает. Прекрасный момент, можно просто сделать все красиво. Блин, все тут... красиво, это точно. Я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут. Ай. Ай-яй-яй-яй. Блин, я... Все, я просрал, по-моему. Давай, нет. Где ты там? Ах, это не смог! Ты меня отпустил! Выезжай, давай! Я не дам тебе выехать! Блин! Ты меня сейчас перевернешь! Блин! А так близко было! Ну и вот, ребята, конечно, игра через скайп, она будет намного веселее. Да, это точно. Ну что, пересаживайся, ну что, давай на мастере. Ну давай, я сейчас на мастере попробую отыграться. Да, пересаживайся, мы на КВС мастер. Замечательный, который у нас просто рвет. Давай, я теперь буду Дакар. Справа буду теперь стоять. Да. Вдруг здесь это... Повезет мне больше. Ну смотри сам, смотри. Справа ты будешь стоять. Я слева стою. Давай. Хорошо. Хорошо, как раз тут видишь место под 4 автомобиля. Да, кстати, здесь место-то под 4 автомобиля. Ну вот надо... 4 игрока идет по мультиплееру. Игрока, как бы, да. Как раз. Так, стартуем. Конечно, сейчас еще подожди. Вид я с кабины покажу, в команде тоже кто-то присутствует. Скажем, конечно, ну, человек это рулит не сильно, но руки, которые на рынке рулит. Ну, так прикольно. Ладно, не суть в этом. Погнали. Так, все, начинаю отчет. Угу. Да как так быстрее пошел? Это все. Я диф забыл включить. Это мастерство, папа. Я забыл диф включить, я думаю, что не так-то? Ну ничего. Я просто как бы стараюсь писать спереди и сзади. А, все, пипец, три. Вот он момент. Вот тебе и записал, называется. Ну смотри, он еще живой. Блин, только не вылезти, я там где-то застрял. Давай я тебя дерну. Так, да я попробую, подожди. Так. Нет, походу не судьба. Я тебя, конечно, да, дерну. Вроде бы лазит, вроде. Ну ты меня, конечно, вперед, да, пропустишь? Будем честными. О, я застрял там вообще жестко. Опять не могу тебе лебедку дать. Почему? Интересно. Не знаю. Ну-ка. О, отцепилось. Нет? Не могу тебе лебедку дать. Все равно. Хотя точку все прописали. О, вылетел, нормально. Чиц. О. Вот интересно, в чем будет проблема могла быть. Ну, в зацепе? Да. Почему? Такая же, как в брызговике, наверное, я думаю. Ну да. Сейчас я красоту наведу. У нас Аспар хотя бы есть 50 ремонтов.
Хотя зря их попробовал. По 4500, да? Да вообще, я, по-моему, помнишь, я что-то убил какую-то машину. Татру я убил. Татру убил, да? Да, Тата там умерла. Да, тоже какая-то ерунда, потому что вот задний правый мост, там где вот диск, там дискутится вот это вот все это дело, там была белая текстура, там многие как бы вещи не могли побороть. Ну, что смогли, то сделали, да. Это строго, как бы лучше, чем вообще ничего, в принципе. Если не обращать на или даже не. Ага. Я уперся. Ты что, пойдешь на трамплин или верхом низом? Давай я влево пойду тогда. Ну давай, я тогда низом пошел вправо и с управлением, конечно, тоже, ребята, но это все. Машина, игра не рассчитана на такие скорости по большому счету. Да она вообще, да, как бы больше на медленные рассчитана. То есть, если сделать скорость, то ползать, то да, она будет ползать. Таракан для такого урона ничего получать не будет. Паша, нифига ты там трамплин там чешешь. КамАЗ вообще красиво идет. Там, по-моему, вообще злой слон разрывает на песке. Разрывает. Кто-то мне что-то написал. Наверное, Витя надо пошел на этот момент. Ух ты, я смотрю, ты не отстаешь. Чуть опять в Урал я не улетел. А я влетел, как ни странно. Блин, вот он стоит, да, его вовнутрь надо поворот оставить. Его надо, вот как ты говоришь, его надо в лес вообще убирать. Да, чтоб мордой он стоял, если он спустил. Да. Оба! Оба! Не лег? Не лег? Нет. Тебя подпихнуть сзади-то, я тебе сейчас могу помочь. Не-не-не, я тут на честном слове вообще. Все, пипец, нет, не пипец. Стоять, стопэ! Как я успел остановиться, ёлки-палки. Как я успел тут остановиться? Я камеру стал крутить на тебя туда. И меня развернуло на этих мостах. Чуть сам не ушел, да? Да вообще. Может быть, на КамАЗе хватит топлива на круг? Как он? Что-то я смотрю, как бы тут в принципе. Ну, давай хватает. Не будем заправляться. Ну давай посмотрим. Не будем, да, пойдем так. Да, это два человека, да представьте, четыре человека будут играть. Это вообще будет жесть. Это будет просто пипец. Каша кашная. Ну давай вперед, я хотя бы для обзора как бы видеть. Давай, а туда одна машина едет. Машинки, я стараюсь назад просто посмотреть, а в итоге получается. Ой. Уже темнеет потихоньку. Да, дело к ночи уже. Я чувствую, что да. Все остальные автомобили у нас поедут ночью. Косяков не будет видно, да? Ну тоже. Я тебя, Паша, ты уже кто-то улетел, я не вижу вообще. Ты там на трамплине, да? Да. А, вижу, он тут далеко. Подъезжаю уже. Все, давай, разгоняйтесь. Беги. Вот. Нам бы успеть до темноты доехать до этого, до гаража. А то что? А то я как тень потеряюсь в темноте. А, да, кстати, вот проблема. Ночью. Ой, все, пипец. Я. Ты полетел? Я влетел. Слегонца влетел. Ну я тоже, в принципе, тут влетел. Ты где там? А вот я уже полным ходом. Ух чувствую. Ты, нифига себе ты. А, все, Паша. Да, вот как мы это уже сзади сюда все. Ух ты, блин, снесло меня. Да, что-то ты у мотылек стал, по-моему, нет? Не-не-не. Или просто уже. Да я просто повороты пропускаю. Так, все. Обошел меня.
в очередной раз. Ну, смотрите, ребята, что получается. Машина идет, то есть мы крюк убрали. Ну, это все, опять же, как говорится, в мультиплеере обычно тут крюк вокруг машины. Текстура, то есть у нас будет ли это, наверное, в группах. То есть у Паши, у меня, и я так понимаю, еще и у Вики. У Каргана, то есть уже все. Мультики она все работает, убирает круг текстуры вот этих вокруг машины. Ну, подсветка только остается вот немножко там самого автомобиля. Ну, естественно, сейчас мы еще сделаем обзор. Наверное, катать мы сейчас не будем все данные машины, да? Ну, мы еще на техничку сделаем обзор. Ну, прокатимся сейчас на техничке еще как бы. Ночью. Покажем. Ночью, темной ночью. Темной ночью. Я поставлю. Темной ночью негры тырят уголь. Да? Да, вот ночь это проблема, если честно. Ночью вообще, да, как бы там видео снимать. Вторую машину. Вот сейчас просто еду, фары светят. Я вижу Пашу, да, выключаю. Все. Чем он дальше? Лес. Тем его вообще не видать. Да, тем я прозрачнее. Тем его вообще не видать. Ну что он любит сказать? В принципе, нам вот, вот лично мне и Павлу нравится все это дело. Да получилось довольно неплохо, я сказал бы. Да, Витя, Виторган, так сказать, ну, изначально давали Вите попрежнему только сама мастер. Больше как бы в процессе там не получилось, но перекинуть на машину не пошли. Ну, я думаю, что пока что-то все не вышло. Мы еще Витю возьмем с собой на тесты, потому что у нас будут тут вопросы и по карте, и может быть там по машинам какие-то. Плюс еще в доработке для автомобиля, надеемся, что там все получится и все нормально. Наверное, нам надо заправиться с тобой, потому что топливо уже кончается. Да уже почти конец карты. Че, поедем так? Я не знаю, я иду пока так, да. Ну, Пафи, я тоже не стал. Поехали, так. Ну, 70 литров должно хватить, мне кажется. У тебя 70 литров, у меня 50. Да. Нет, у меня 70. У меня растет это. Ну, ты, наверное, газу любишь поддать. А я и стараюсь ему, наверное, полные бананы. Да, вот. Ну, получается такая ерунда. Ну, вдвоем, да. Я не знаю, надо что-то решать. Мне кажется, 4 карты, 4 машины на карту тут на этой будет жестко. Надо с Витей обсудить, он может это расширить дорогу, да. Да. Может быть даже с само направление дорог как бы поизменять. Да, все это вышло, как-то ее, да, чтобы адаптировать под 4 машины. Потому что здесь, ну, по сути, максимум 2. Нет, ну делается, наверное, для легковых или там для одной, в принципе, для двух. Как бы если Татра была вместе в комплекте с картой, да. Но на 4 тут никак не рассчитывают. На 4, причем, да. Причем здесь брать, если вот эти танки здоровые, они намного, ну не намного, но больше они Татра, да? Ну больше, да, Татра они. Больше, в принципе, они все под один размер там будут. Техничка особенно, она вообще считай как две. Да, паровоз там такой здоровый, крестмостовый. Ну, опять же, вот данный пак, например, можно использовать, просто в данном паке можно изменить саму карту. Ты где-то вдруг отстал, я тебя даже не вижу. Я уже в углях. А? Как ты так машину-то ломаешь? Да не знаю, что ты как-то сзади пихался. Запихался, да. Уже можно на шахуте ехать, убили есть. Сейчас вот в гараже мясо возьмем и вперед. Ну опять же, у меня тут проблема составляла. Паша с Кемерово, я с Мурманска. Разница в часовом поясе. Когда Паша уже проснулся, я еще не ложился. Да. Ну, мы стараемся как-то это все уладить. Это компенсировалось у нас с недосыпом. С
с обоих сторон. Что-то, Паша, тебе вообще не видно. Я уже на мосту. Что, у меня машина вообще вся сломана. Ух, он прыгнул красиво, слушай. Ну, я не видел. И не заснять даже не успел. О, я вижу твои мигалки. Да, знаешь, блин, пока смотрел. У меня сколько? 4818. То есть я уже все. Я совсем на углях тут еду. Ну тут до гаража осталось-то уже чуть-чуть. Я даже прыгать тут не буду, сейчас аккуратно перееду, трамплин. Блин, все равно прыгать. Извините, ребята, за мат, но все равно вот одно вылетело. Все, так у меня и бед закончилось, ты не поверишь. Ты не доехал? Я в луже тут остался. 12 литров. Да вообще пипец. Ладно, пересаживаемся давай на этот самый, на техничку. Давай на техничку. Техничка у нас тоже красота. Все, техничка вообще у нас красивая, конечно. С салончиком, конечно, по текстурам, ребят, мы тут не разруливаем сильно, как бы, то есть что сделано было изначально в автомобиле, то есть мы все смогли, даже вот проблема была элементарно эти фары проделать, прописать, да? Так, что-то тут добавить, у нас тут гатоны есть. Я пойду мигал. А кто у нас создавал карту? Виктор и Карган. Нет, не данную карту, а эту комнату. Комнату я, наверное. Попробуй время перемотать на день. А оно не получится, наверное, по сетке. Когда один играет, наверное, получается. Сейчас я заеду в этот гараж, чтобы у меня бензо там хоть набухало. Ты попробуй, может получится. Да я думаю, нет, невозможно пропустить время. Жалко. Где-то там в ночи мы ралли забирать можем. Ну да. 200 литров, бать, я обалдеть. Не хватит, да заправки. Хватит, да. Жалко, что нет, конечно, фары не видно. Очень жалко. И повреждений на автомобилях не видно. Наверное. Освещение здесь очень большое. Ну что, так, я готов. Смотри, какой свет. Ну давай, чтобы меня было видно, да, я впереди, да, наверное, поеду. Пойдешь, да, не будем уже устраивать супер соревнования, хотя мы до этого... Ну давай стартанем хотя бы, да? Давай, поехали, да. Поехали. Да, для четырех метров, там будет слишком мешка. Да? Тяжелая она, прям чувствуется, какая она тяжелая. Да, для четырех, конечно, здесь, особенно вот в этом месте здесь будет вообще. Тут только по очереди проезжать, как бы. Но это будем еще обсуждать, конечно. Да, вот тут раньше была вот лужа, да, и бугорок, по-моему, Виктор немножко как-то он на бок его сделал, да, склон, прям тащит после горки, прям тащит туда вниз направо, да? Да. Там склон, потому что он сделал, да? Да, и вот я первый раз на матери, когда я туда влетел, по-моему, это издержки как-то. Ну, опять же, нечего гнать, правильно? Не надо гнать. Надо, да. Все равно, вот как, сколько бы у нее не было запаса урона, надо стараться сберечь автомобиль. Потому что в противном случае получается так, что до финиша не все доедут. Ну да, да, да. Я верхом попал. А я на трамплин. Ба. Плохо видно, да, только видно, что беленькое там. Где-то. Не что ли чешется. Немного отрубился. Да, это все выходили, да? И, естественно, автомобили все дрифтят.
настройки перенакручиваем. Да, кстати. Ну, Татра не поедем, да, как бы. Татра не. Ну, Татра, да, она люди как бы уже покатались. Пробовали, там ничего нового особо вот нет. Никаких настроек, в принципе, на ней не изменяли. Ничего мы на ней. Мы ей только урона добавили, и все. Урона добавили. Нет, возможно, что я добавил пару тонн веса. Вот это будет такое. Так, ты где? Я тебя потерял. Я поворот прошел к мосту туда. Ага. А, вот. Интересно, вот разница без дифференциала быстрее. Он медленнее разгоняется без дифференциала. Ну вот, по крайней мере, на мастере мы с тобой стартовали, когда у меня он был выключен, и вот ты... Блин, я меня раскачало вообще. А, сейчас ты улетишь. Нет, я повис нормально. Выберешься. Да. Так меня и на мастере тут развернуло, на этом самом мосту. Вот где-то как раз вот это место. Это... Я вот с моста на мост, видно, меня качнуло. Надо и... менять этот мост, это, конечно, что попало тут получается. Да вообще, ну она просто вот красивенько все. Текстурка едет просто. Надо заправить тонну. Теперь можно, да, наматывать и наматывание достаточно. Как минимум на два круга точно хватит. Хочется верить. Хуй, 10 тысяч урона умотает за один круг. Нет, у меня за один удар все помнишь этого большого трамплина, я его уже отталкивал. Ну это же, там надо на... постараться. Гараж же есть там на круг. Я тут. Полетел. Вообще полетел. Ровненько пошла, слушай, а. Ну да, вообще она нормальная. Еще и дрифтанула под конец. Довольно-таки хорошо управляется. Вова развернула меня. Сейчас ты меня взад едешь. Ты куда ты лезешь? Стой, не пущу. Я тебя не пущу, куда ты лезешь. Не надо мне тут сигналить. Пролез все-таки, а ты смотри. Вообще надо пролазить, вот развернуло, все равно человек назад будет сдавать, надо пролазить со стороны морды. Да, я уже я два раза так первый раз, я помнишь, вот я тебе первый раз так же сделал. Так же. Ты стал назад сдавать, а я там, где морда, проскочил. Да. Я уже сам два раза вот так упирался. Я вижу, что ты сейчас назад поедешь, и все равно вот думаю, что сейчас успею. И получается, что я со всего ходу прям взад тебе врезаюсь, блин. Вся машина, да, разваливается сразу. Ты где? Я сзади, по-моему. Я тебя что-то потерял. О, на мастере тоже написано Мурманск. А тут Кемерово. Ага. Читай, дорогие друзья, читайте, что написано на автомобиле. Тут по-любому где-нибудь будет присутствовать наша метка. Да. Я что-то отвлекаться стал, у меня это... Ты через мост? Оба! Стоп. Ты скринишь, что ли? Я что-то, блин, вообще заблудился тут. Я думаю, откуда этот мост взялся-то? А это еще переправа у нас. Переправа. Берег левый, берег. Дамчим. А что меня опять? Тебя что-то колеса маслом намазали тебе задние. Третий раз уже разворачивает, а? Да. Елки-палки. Это все работа газа и руля. О, светает. Да. Сейчас будет. К утру. А мы уже сутки едем.
На две недели мы уже едем. Две недели. С этими автомобилями, конечно. Все, никогда ехать не можем. Время потрачено. Времени уйма вообще потрачено. Конечно, не хватает нам специалистов данных. Данных заработков, конечно, специалистов от 3D Max. Хорошего. Постоянно где-то у кого-то что-то просить, ребята, это сложно, тяжело. Нужен постоянный для конкретных заработок. Да. Ты, чтобы не решать именно какие-то проблемы, да, вот. Не именно этих, очень сами важные. Любители, как бы, и там чуть ли не друг у друга через видео сами потом получить, смотреть, также повторять. Это все. Там люди, которые просто вот купили спринтайрис и начали ковырять. Вот там такие. Да. Все изначально это все очень сложно, тяжело. Никто особо ничего не рассказывает, не показывает. Так, все поверхностно как-то. Спасибо, конечно. Вот я приходится вот самим во всем разбираться. Со своей вот точки, как бы, общался я с людьми, пытался у кого-то что-то помогать. Кто из всех помогал, это самый помощник, это вот Юра. Юра Исмаилов, Сахалин, да? Вот, Сахалин, вот, человек, да, молодец. Да, никогда ничего не отказывал, обращался я, где-то какие-то вещи помогал, где-то не очень помогал, вот это дело. Ну, по крайней мере, человек доступен, как бы, к общению, расположен, то есть где-то что-то возможно, что человек поможет, расскажет. За это спасибо, конечно, тоже ему очень большое. По крайней мере, не отказывают. Да, во всех началах, то есть, как бы, изначально и Павлу, как бы, и мне, человек помогает. Человек большой, близкий. Большое спасибо, например, за помощь, за оказание какое-то наставление. Да. Так вот, многие люди, не буду я конкретно тыкать, да, тыкать пальцем и называть там, да, которые у себя в группах, там, на каналах. Они там сами знают, как бы, кто они. Кто эти люди. Кто они, как их зовут, да. Да. Говорят, мы поможем, ребята, обращайтесь, начинаешь обращаться, мы тебе получается ближе. Вы поймите, что мы не маленькие дети, как не шкалера какие-то, которые сидят на уроке, козявки в потолок стреляют, понимаете? Потом ребята просто сидят и не знают, чем они занимаются, вообще такой жизнь. Начинают там гнать такую ерунду. Что это? А зачем ты пишешь в группе или на канале говоришь, что я тебе помогу? И в итоге отдача никакой, начинают люди обращаться, а там вилы, просто вилы и жопа, вот все, что там. Поэтому... О, вот он, ты летишь, я думаю, где ты там? Я пытаюсь ехать ровно. Чтобы машинка сохранилась. Ну, сейчас будем прыгать, давай разгоняемся на мост, да? Я хочу, маленькая, я тебя догоняю. Я хочу, чтобы ты меня догнал, чтобы видно было. Да я тебя вообще реально уже догоняю. Блин, главное, чтобы ты не слететь. Главное не слететь. Главное не слететь. Все, полетели. Опа. Ух. Нормально, очень мягенько она прошла, да? Мягенько, вообще хорошо.